Верные слуги Тинча, напоминаю вам, что данный манускрипт произведен благодаря дарам зрителей стрим-канала «Меня зовут Шон». За счет их щедрости вы можете наслаждаться новыми эпизодами Либрариума. У нас нет рекламы, платного доступа, премиум-подписок, Патреон и прочих пейволов. Весь контент, который вы смотрите, вы можете смотреть абсолютно бесплатно. Однако, рабочее время моего колдунского шабаша оплачивают донатеры на стримах. Если вам не все равно и вы хотите поблагодарить и поддержать производство любимого контента, вы всегда можете отправить донатное сообщение с пожеланиями и предложениями по теме видео сюда. Отдельная благодарность всем активным слугам Тинча, которые ставят лайки под видео и пишут комментарии. Спасибо всем, кто поддержал производство этого и всех прочих выпусков шоу. Всем привет! Меня зовут Шон Гизатуллин. Вы смотрите Варп Маяк и рубрику Либрариум. Let the battle begin! Этот выпуск Либрариума посвящен костяным жнецам-осиархам, слугам бога смерти Нагаша. Легионы Оссии – лучшая военная сила, доступная великому некроманту. Каждый из солдат этой армии является нетипичной марионеткой вроде зомби или оживленного скелета, но думающим и опасным существом со своей волей и характером. Сегодня мы подробно расскажем вам о них. Однако, это всего лишь первый выпуск на канале, посвященный сеттингу Age of Sigmar, продолжателю и наследнику Warhammer Fantasy Battles, планета которого была уничтожена в конце времен. Поэтому вначале мы немного расскажем об общей концепции мира Age of Sigmar, так как без этого многие вещи из истории осиархов будут непонятны или неполны. Многие события будут затронуты лишь вскользь, так как являются весьма масштабными и достойны отдельных выпусков. В конце времен старый мир погиб. Хаос уничтожил саму его материю, оставив от некогда живой планеты лишь пылающее ядро. Оно свободно летело по космическому пространству, никем не замеченное. Лишь одна искра сознания, которая ощущала себя человеком, цеплялась за него в отчаянной попытке выжить. Имя этой искры — Сигмар, бог-основатель сгинувшей империи. Неизвестно, сколько месяцев, лет или веков продолжалась эта гонка со смертью, ибо в небытии космоса понятие времени относительно. Это путешествие окончилось бы забвением, если однажды Сигмар не наткнулся на небесного змея, великого Дракотиона. Он спас бога людей от гибели и показал тому 8 смертных миров, связанных единым подпространством. Каждый из этих миров соответствует одному из ветров магии и имеет свои характерные особенности, но каждый из них в той или иной степени подходит для нормальной жизни. Азир, мир небес, стал первым владением, в которое Сигмар и Дракотион принесли цивилизацию. Там же был воздвигнут Азерхайм, столица и оплот бога-короля, величайший город из всех когда-либо существовавших, ставший домом для многих миллионов живых, а иногда и мертвых существ. Гур – владение зверя. Дом для всевозможных чудовищ, которые вечно охотятся на бескрайних равнинах. Там есть даже целые регионы, усыпанные костями павших исполинов, а местные племена людей ведут в основном кочевой образ жизни. Также большинство орков и огров живут именно там, в вечном круговороте насилия. Акши – пристанище огня. Это мир вечной жары. Выжженные земли, вулканические цепи и гейзеры покрывают практически всю территорию этого владения. Даже вода в реках и морях бывает закипает в особенно жаркие периоды.
Однако и здесь встречаются леса и даже заснеженные горы, а почва местами удивительно плодовита. Чеймон, также известный как Шамон, владение металла, которое действительно заставляет усомниться в ценности драгоценных руд. Россыпи гигантских изумрудов, рубинов и алмазов торчат прямо из земли, а золотые и серебряные жилы выпирают даже из самых ровных поверхностей. В этом мире протекает даже целая река расплавленного серебра, которая разливается из огромного тигеля в небесах. Геран, мир жизни, почти полностью покрывают прекрасные леса, в которых водится огромное количество жизни. На опушках и лугах бурно растут цветы и травы, а в водоемах вода настолько чистая, что может смыть заразу и порчу. Это владение стало домом для Сильванет, чьи многочисленные народы рощи сторожат эти земли испокон веков. Ульгу, мир теней, самое загадочное из владений. Почти никому не известно, что происходит в его мрачных пределах. Туманы, покрывающие его, также являются обиталищем тени демонов и виспов, хотя про эти народы также почти ничего не известно. Говорят, что если путник, отважившийся ступить на тропы Ульгу, лишь немного собьется с пути, то больше уже никогда не найдет дороги и будет обречен вечно скитаться в тенях. Известны случаи, когда таким образом пропадали целые армии, хотя точные причины этих событий неизвестны. Хиш – владение света, где более всего ценится просвещение. Здесь живут самые мудрые и знающие народы, чье основное стремление – просвещение. Многочисленные библиотеки этого мира, как поговаривают, содержат в себе знания и о других мирах. Даже зверолюды, дикие создания первородного хаоса, жившие здесь, до поры до времени отложили свое оружие и стали постигать блага цивилизации, читая книги и отказываясь от своих диких повадок. К чему это привело, уже совсем другая история, которой, кстати, не обошлось без Динча. И, наконец, Шаиш, владение смерти. Именно сюда, в многочисленные подземные миры, стекаются души умерших, чтобы продолжить свое существование. Интересный факт. Каждое такое загробное царство является собой точное отражение верований определенного народа. Разумеется, подземных миров очень много. Иными словами, существо попадает туда, куда оно и его народ верили, что попадут после смерти. Однако, в Шаише есть место и для живых обитателей. Люди возводили целые государства, которые чаще всего жили в мире с нежитью, призывая мертвецов только в случае необходимости, а некоторые даже жили с ними бок о бок на постоянной основе. Каждый из этих магических миров огромен, со своими материками, океанами, странами и полюсами. Сигмар понимал, что в одиночку он не сокрушит враждебных и диких титанов и монстров, что населяли их в ту пору, а потому начал искать союзников. И вскоре нашел их, в лице старых знакомых из старого мира. Все они переродились и стали богами своих стихий. Сигмар восседает на троне в Азире. Близнецы Тирион и Теклис правят Хишем, а Лориэль стала владычицей Герана, а Сильванет — ее детьми. Малерион, он же известный как Малекит, железной рукой правит Вульгу. Гримнир, воинственный бог гномов, теперь известных как Дуардины, номинально избрал своей вотчиной огненной Акши. Гругни, покровитель кузнецов, восседал в Шамоне, пока не перебрался в Азир, дабы помогать Сигмару. Даже Гаркоморке, воинственному божеству зеленокожих, нашлось место в этом пантеоне. Разумеется, его стихия Гур. Но охранителем Шаиши и богом смерти стал Нагаш, который в те времена также почитался как бог справедливости. Долгие века пантеон богов правил народами восьми смертных миров сообща. Под их руководством возводились великие государства и империи. Это было время гармонии и величия. Но, как всегда и бывает, в эпоху равенства кто-то был намного равнее, чем остальные. Кто-то завидовал большему изобилию соседа, кого-то не устраивал подход к вере у других. Кто-то же просто хотел стать таким же сильным, как его сосед, но физически не мог. И тогда хаос начал потихоньку просачиваться в ума людей. Все началось с шепота в умах отдельных личностей.
Так начинались войны и болезни. Затем произошел раскол в пантеоне богов. А вскоре и силы хаоса вторглись во все миры. Вновь их за собой вел Архаон, теперь известный как Великий Маршал Апокалипсиса, который ранее уничтожил мир, что был. Боги окончательно поссорились, и каждый защищал только свое владение. Войны не утихали сотни лет, но в итоге силы хаоса одолели все королевства и империи, что стояли против него. Народы были вырезаны или обращены в рабство, а небольшие горстки уцелевших окопались в сокрытых твердынях или вели кочевой образ жизни, вечно убегая от хаоса. Уцелел лишь Азерхайм, где заперлись Сигмар и Грунгни, а также все, кто успел добраться до города, пока его ворота не были запечатаны. Именно оттуда, через 500 лет после начала эры хаоса, выйдут грозорожденные вечные, чтобы вырвать 8 миров из когтей хаоса. Тем не менее, до этого момента еще было далеко, а слуги темных богов правили почти безраздельно. Шаиш тоже пал, сначала истощенный войной с мстительным Сигмаром, а потом захваченный хаосом. Нагаш был сражен демоническим мечом Архаона прямо в сердце, однако его лейтенанты, так называемые Мартархи, уцелели, а великий некромант, будучи воплощением самой смерти, не мог быть побежден даже убийцей королей, клинком, которого боялся Сигмар. Пока Нагаш восстанавливался в подземном мире Стикс, разрозненная нежить все же продолжала сопротивляться врагу. Как уже было сказано, через 500 лет после начала эры хаоса врата Азерхайма открылись. Легионы грозорожденных вечных, божественных воинов Сигмара, стали сражаться с хаоситами во всех 8 мирах, которые очень сильно пострадали за это время. Где-то они преуспели, как, например, в Геране. Где-то же успех был относительным, как, например, в Акши. А где-то они закрепились с великим трудом. Шаиш был тому доказательством. Так или иначе, во всех мирах установился хрупкий баланс. Сменились многие поколения, но множество городов было возведено во владениях смертных. И все же большей частью земли оставались загадочными и искаженными, а чаще всего смертельно опасными. Война с хаосом не прекращается, а битвы гремят практически каждый день. Как если бы этого было мало, в Шаише внезапно произошло некротрясение, которое перекинулось и на все остальные земли. Из-за него мертвецы тысячами встали на войну. Армии призраков под руководством нового Мартарха, леди Олендер, отбили большие участки владения и смерти у слуг хаоса, а также воинов Сигмара. А Нагаш тем временем снова занял свой трон в столице Нагашизаре. В результате этих событий сменилась даже полярность Шаиша, а вскоре последовали и войны душ, когда грозорожденные Сигмары и их союзники вторглись в Шаис, чтобы свергнуть бога смерти. Конфликт идет уже не одно поколение, а силы порядка в целом проигрывают. И именно сейчас пришло время костяных жнецов Асиархов. «Восемь владений станут нашими. Они лишь материал, который дожидается, чтобы быть перекованным в рай смерти, некротопию. Кости живущих станут нашими. Они тоже принадлежат нам. Они будут вырваны из плоти глупцов, согласны те или нет. С помощью этих даров, отданных добровольно или по принуждению, мы создадим чудеса». Неизвестный Асиарх. Первые легионы костяных жнецов Асиархов были втайне созданы Нагашем еще в эру миров, когда пантеон не распался, а нежить помогала возводить города и крепости. Именно под ними они были запечатаны на долгое время, терпеливо ожидая приказа. Бог смерти знал, что идиллия не будет вечной, и рано или поздно ему придется воевать. Тем более у него был свой, вполне определенный взгляд на мир — некротопию, где все живое обратится в мертвое и будет подчиняться ему, Нагашу. Мир без пороков, эмоций и слабости. Весьма логично для воплощения смерти, ведь все живое рано или поздно умирает. Нагаш окончательно уверился в своей правоте, когда произошел раскол в пантеоне, а силы темных богов практически повторили конец времен,
на 5 веков превратив 8 смертных миров в свою арену. Сотни лет тысячи скелетов под руководством Аркхана Черного переносили песчинки мира камня, материи, из которой состоит каждый мир, в данном случае Шаиш. Когда великий некромант отбил Нагашизар, этот ценнейший ресурс стал складироваться там. Часть песка пошла на постройку Великой Черной Пирамиды, а часть использовалась для создания осиархов. Вторым компонентом для изготовления их тел служат кости – человеческие, эльфийские, дуардинские, реже останки гигантов и разумных древних животных для скакунов. Далее, с помощью мощнейшей концентрации некромантии, кости мирокамень превращаются в кашеобразную субстанцию, из которой специально обученные маги, кости-формирователи, вылепливают тела, укрепляя их своими чарами. В итоге, по прочности они не уступают хорошей стали, а их личности – результат не менее сложных ритуалов. Для них отбираются души могучих воинов, одаренных тактиков и стратегов, а также ученых и прочих выдающихся личностей. Затем эти души рвутся на части. Из них убирается все, что не соответствует задаче, которую будет выполнять новый осиарх. Такие вещи, как страх и склонность к предательству. Однако, некоторые характерные особенности остаются. Ведь каждый костяной жнец является автономным, думающим и принимающим решения существом, а это было бы невозможно, если не извести его до чистой функциональности. Затем то, что осталось от души, магическим образом сшивается в единое тело и привязывается к костяной форме. Так на свет рождается осиарх, невероятно сильный, прочный, абсолютно бесстрашный и преданный, но с острым и изощренным умом, которым он пользуется в полной мере, что и делает его на самом деле столь опасным. Дефицита душ в Шаише не наблюдается, однако, как ни странно, с костями совершенно другая история. Они должны быть прочными, не испорченными. Только из таких можно создать достойное и надежное тело. Поэтому одним из важных аспектов существования осиархов является сбор так называемой десятины. Заключается он в следующем. Однажды к стенам любого города приходит закутанная в робы фигура с контрактом. В нем четко прописаны условия, объемы, качество и сроки сдачи костей, а также наказание за нарушение договора. Откуда жители возьмут эти кости, эмиссара совершенно не заботит. Хотя обычно условия весьма щадящие, так что исполнять их вполне реально. Если жители подписывают бумаги и вовремя сдают кости, все будет в порядке. Если же они отказываются или, допустим, подкладывают свиные кости вместо нормальных, то вскоре у ворот стоит легион осиархов. В таком случае город заплатит сразу всеми костями, что у него есть, включая те, которые еще находятся в живых телах. Как уже было сказано, договор составляется на посильных условиях, но если особенно воинственный владыка костяных жнецов хочет устроить бойню, то пункты договора становятся абсолютно невыполнимыми. И тогда город непременно уничтожается до основания вместе со всеми жителями. Хотя такие случаи скорее исключение из правил. Большинство понимают, что выгоднее собирать костяную десятину на протяжении веков, нежели один раз. Уж чего-чего, а времени у нежити осиархов и их мартарха в избытке. Кстати, о мартархе. Орфеон Катакрос родился в гурских свободных городах Фляйша. Едва достигнув совершеннолетия, он вступил в армию, а вскоре нашел свое призвание в искусстве тактики и стратегии. Благодаря этому, а также полному отсутствию жалости и сострадания, он быстро поднимался по карьерной лестнице. Ночами он штудировал карты, атласы, бестиарии и древние тексты о ведении войны. А днем он оттачивал знания на практике, в многочисленных победоносных битвах. Роковым для него стало сражение со всестадом зверолюдей побережья Гарака. Враги многократно превосходили его войска по численности. Так что он использовал массированный обстрел из катапульт, заряженных сосудами с огнем, чтобы выкурить чудовищ из их убежищ в лесах прямо на копья его армии.
Когда враг был почти разбит, он увлекся преследованием и зашел слишком глубоко в лес, оторвавшись от своих воинов. Там на него напал исполинских размеров горгон, который одним ударом разнес на части его колесницу. Чудовище подняло Орфеона за руку, но Катакрос пронзил его сердце своим копьем. Умирающее существо успело разорвать его на части. Так его дух и попал в подземный мир Осии, который населяли души его соотечественников, веривших в чистоту духа и упорный труд. Во главе этого загробного общества стояли могильные наставники, духи погибших военачальников Фляйша, которые беспощадно тренировали своих солдат денно и ношно, веря в идеалы своего народа. На севере от Осии находился загробный мир Некрос, жители которого верили, что тяжелый труд в жизни приведет их к наслаждению после смерти. Так и было. Тогда как осийцы гнули спины, некросцы наслаждались всевозможными благами, наедаясь и напиваясь до отвала под теплым шаишским затмением. Это раздражало Катакроса, и он вновь поступил на службу. Отсутствие человеческих слабостей и целеустремленность, а также навыки, помогли ему быстро стать высшим генералом. Он пошел войной на Некрос и подчинил его, а заодно и несколько других соседних земель. Он одерживал победу за победой и вскоре обрел такое могущество, что сбросил могильных наставников и прочую аристократию, возглавив империю, которую сам и создал. Его генералы заняли руководящие посты, и с тех пор они были известны как Осиархи. Но когда пришел Нагаш, он уничтожил меньших божеств Шаиша и стал верховным и единственным богом смерти. Тогда Орфеон понял, что эту битву не выиграть. Он собрал свою свиту и пошел на личную встречу к великому некроманту. Нагаш признал в нем родственную душу и был столь впечатлен Катакросом, что без лишних церемоний предложил ему место среди своих избранных чемпионов, которое тот без колебаний принял. Он стал Мартархом Некрополиса и получил новое тело, став еще более могущественным, чем когда-либо прежде. Когда Сигмар вихрем разрушения шествовал по Шаишу перед самой Эрой Хаоса, именно Катакрос встал на его пути. Армии бога были многочисленнее и сумели одолеть легионы Мартарха, хоть и с большим трудом. Сам же Орфеон сошелся в бою с Сигмаром. Они сражались целый день, но все же Катакрос не был богом, вооруженным мировым молотом, в отличие от своего оппонента. В итоге Гал-Марас пробил его голову, но убить до конца все же не смог. Столь силен был дух Орфеона. Тогда Сигмар заточил его в штормовом хранилище глубоко под землей. Оно было надежно сокрыто от любого взора. Но ничто не продолжается вечно. Нагаш долго и упорно искал своего лучшего слугу, которого в глубине души даже считал кем-то вроде друга. Когда некротрясение эхом прошло по владениям смертных, многие штормовые хранилища проявились для взора бога смерти. В одном из них он и увидел утомленный, но не сломленный дух Катакроса. Он был спрятан под городом Летис, что стоял у одноименного озера. Туда он послал колоссальную армию призраков во главе с самой леди Олендер, Мартархом Печали и ее мужем Кардосом Валентианом. Осада Летиса — это героическая и интересная история сама по себе, про которую стоит рассказать отдельно в будущем. Сейчас стоит сказать, что армии смерти одержали верх в той битве, а леди Олендер сокрушила самого Целестент Прайма, первого и величайшего грозорожденного, вооруженного самим Гал-Маразом. Хранилище, наконец, было вскрыто, и Катакрос вернулся в Нагашизар. Там он был встречен своим владыкой, от которого получил новое, еще более могучее тело, изготовленное под руководством самого Нагаша, а также глефу Инда-Кхат, которую великий некромант создал, используя секреты оружия из варп-камня, что когда-то поразило его самого в мире, что был. А щит бессмертия был благословлен Арханом Черным. Тогда он и встал во главе легионов Осиархов, которые были названы так в честь своего нового повелителя. «Я родился, чтобы привести смертные владения к покорности. Я умер, чтобы победить хаос, но был возрожден, чтобы снова погибнуть под молотом вора душ. Но вот я стою, и стою гордо. Милостью моего повелителя Нагаша я стал погибелью империй.
Катакрос Непобежденный. Армии костяных жнецов Асиархов представляют из себя идеально слаженную боевую машину, каждый воин которой исполняет свою четко отведенную задачу. Основу почти каждого легиона составляют стражи Мортек, стойкая и сильная ударная пехота, вооруженная щитами, мечами и копьями из магического надирита. Существует несколько самых крупных формирований, которые обладают своими особенностями. Все они напрямую подчиняются Катакросу, кроме одного единственного. Преторианцы смерти — личная армия самого Орфеона Катакроса. Они самые безжалостные и эффективные из всех легионов Асиархов, ведомые лучшим генералом, которого когда-либо знал Шаиш. После каждого успешного вторжения они возводят памятники бессмертной славе Нагаша. Также они известны как 10 тысяч когорт. Эти преторианцы смерти всегда сохраняют одинаковую численность. Когда один из них погибает, импульс достигает Нагашизара, и кости-формирователи тут же создают замену. Они — идеальная машина доминации, способная выбить последний осколок кости из вассальных народов, которые они неумолимо покоряют. Поэтому они обладают практически неисчерпаемым источником восполнения потерь. На живых они смотрят скорее как на скот, который нужно забивать по мере необходимости. Правой рукой Катакроса является Патрузантос, мрачный и яростный убийца, а также первый после своего повелителя Орфеона, душа которого осталась единой и не подверглась обработке. Шаиш, называемый Царством Смерти, какую роль здесь играют живые? Разве они не узурпаторы в этих местах, переживающие, что только мертвые могут восторжествовать путем невероятных жертв? Это не место для потной ворчащей суеты смертных существ. Мир должен быть возвращен в эти земли, ибо лишь мир, который приносит смерть, вечен. И если цена этому война, да будет так. Наш долг убивать, быть воплощением смерти. Этого достаточно, потому что это прекрасно. Возрадуемся, ибо Господь Нагаш дал нам вечность, чтобы сделать наше видение чистоты реальностью. Владыка Кавалос Патрузантос. Далее идут воины элиты Петрификс, созданные из древних скелетов, боевые големы, изготовленные из окаменелой кости. Подавляющее большинство солдат этой армии — преследователи Некрополиса и Бессмертная Стража, а также ужасающие титаны вроде Готизарского Жнеца. Темная плотная кость этих великанов отлично защищает от удара практически любого клинка. Этот легион не является типичным для Асиархов, основа армии которых обычно составляют ряды дисциплинированной пехоты. Они неуклюжие военные гиганты, сделанные из плотной ископаемой породы. Однако те кости-формирователи, которые командуют ими, по размерам не превосходят своих коллег из других легионов, но имеют ту же сверхъестественную устойчивость, что и их подчиненные. Ходят слухи, что лучшие из архосианов легиона сделаны вообще из костей древних божеств и практически неуязвимы. Как бы то ни было, в бою это проверить не так уж и сложно. Даже пушечные ядра, бывают, отскакивают от них. Там, где проезжают повелители Стелиархи, всегда остаются кровавые следы. Делая упор на смертовсадников Кавалос больше, чем любой другой легион Асиархов, они известны своими сокрушительными и стремительными атаками. Тех, кого они убивают, быстро перерабатывают, чтобы нарастить численность Стелиархов, поскольку в свежей кости содержится отчаянная и кровавая энергия. Такой сбор урожая костей неизменно происходит после каждого боя. Повелители — эксперты конного боя. Они легко могут выйти из схватки, чтобы перестроиться и ударить вновь, пока противник даже не успевает понять, что происходит. Так продолжается до тех пор, пока последний враг не падает замертво. Орда Слоновой Кости — внешне самый прекрасный из всех легионов Асиархов. Их полированная кремовая кость поразительно контрастирует с их золотыми доспехами и блестящими янтарными самоцветами. И все же под этим великолепием дремлет неодолимая тяга к насилию. Их тела изготовлены из останков благородных чудовищ, которые обитали в Гуре, а также из мира камня, известного
как Янтара-Косник. Хоть они и заявляют, что могут контролировать свою ярость, она находится ближе к поверхности, чем готовы признать их командиры. Во время битвы часто бывает, что поначалу дисциплинированные передвижения легионеров переходят в яростную атаку с разбега. Они крушат и ломают, завывая от ярости и упиваясь криками умирающих. Все защитные навыки забываются, а щиты используются как еще одно оружие, способное превратить врага в кровавую кашу. Легионеры пустого мириада — это магические существа, созданные таким образом, чтобы быть необычайно стойкими к воздействию губительных сил. Огненные шары, брошенные в их ряды, наносят им не больше вреда, чем летний ветерок. Проклятие смерти быстро заставляют их светиться чуть ярче, а магические шторма вовсе не замедляют их продвижение. Небеса над ними переливаются абстрактными узорами, которые образуют воющие черепа и скелетные когти. Все потому, что в них столько же волшебства, сколько кости. Они — живое наследие вековых усилий Аркхана по созданию Великой Черной Пирамиды и его личный боевой легион. Их собрали из костей тех самых скелетов, которые кропотливо переносили песчинки могильного песка, мира камня Шаиша, от его границ к самому центру владения. Они были специально созданы, чтобы противостоять самым экстремальным магическим условиям. Катак расценит каждый завоеванный клочок земли, как и хозяин Аркхан. И если легионеры пустого мириада смогут победить в тех частях смертных владений, которые недоступны для любой другой силы, тем лучше. Легион шагающих печей, крематорианцы, горят изнутри темной магией. Они отправляются против тех городов и твердынь, которые особенно досаждали Нагашу, чтобы сравнять их с землей. В отличие от остальных своих собратьев, они далеко не вечны. Само их существование скоротечно, но захватывающее. Те, кто поражает одного из них, вскоре гибнут сами, ибо их охватывает негаснущее пламя. Крематорианцы сражаются не как идеально упорядоченная военная сила, а как полчище беспощадной нежити, которая медленно, но неуклонно продвигается вглубь владений их врагов. Они не обращают внимания на жертвы, потому что они сами были созданы исключительно для того, чтобы сгореть, забрав с собой своих врагов. И многие города были поглощены пламенем этого легиона. Те из них, кто погибает прежде, чем выполнить свою задачу, просто восстанавливаются для следующего боя. А боевые лидеры крематорианцев пылают настолько сильно, что одним своим присутствием рядом с врагом могут поджарить того в собственном доспехе. Встав во главе легионов, Катак расповел преторианцев смерти штурмовать сам Вораншпиль, цитадель Архаона, который стоит в месте, известном как Восьмипутье. Масштабная военная кампания неслыханной дерзости закончилась весьма неоднозначно. Но Всеизбранному был нанесен чувствительный удар в самом сердце его владений. Сделать подобное не удавалось никому, даже Сигмару. Но это уже совершенно отдельная история. Спасибо, что смотрели.